Это единственный кинотеатр, мы росли на этом кинотеатре, мы сами лично, наши мамы, бабушки на этом кинотеатре строили, делали. Куда все это? Кому-то отдавать и неизвестно кому в какие-то лапы? За кинотеатр! За кинотеатр! Молодцы, ребята! Завтра в 11 часов в администрации состоится совещание по поводу кинотеатра «Рассвет». Значит, никаких сдач кинотеатра «Рассвет» никому происходить не будет. Все вот ваши эти действия, они незаконные, поэтому убедительная просьба не нарушать закон и спокойно разойтись. Значит, по данному факту прокуратурой проводится проверка. Сделка признана, будет признана недействительной. «За Рассвет! За Рассвет! За Рассвет!»